Всем доброе утро. Сегодня новый день, у меня тут продолжаю строительство бани. Сходил в магазин, взял белизны. Буду для начала промажу вот это все синеву. Посмотрю, какой эффект будет, поможет, не поможет. Здесь синяя, там синяя. Ну а потом буду вот заниматься фундаментом под печку. Там надо мне внизу вот фундамент, эти доски все убрать и кирпичом там начинать выкладывать. Маленько поднять надо будет. Как раз будет время, чтобы высохнуть этой белизне. Посмотрим, что получится. Так, ну поднял тут, сколько, три ряда я поднял кирпичом. Сверху потом буду заливать это все просто.
чтобы вот этих щелей всех не было, как стяжку сделаю еще. Сейчас мне надо на этой стенке, печка у нас получается будет стоять, ну, вот так, сюда топкой вот, получается предбанник. И вот эту стенку надо мне тоже сразу, я думаю, заложить кирпичом, выложить пол кирпича, чтобы стена не грелась. Вот это от печки. Буду, оставлю там маленький зазорчик между стенкой и кирпичом, чтобы потом сразу что-то не подумал, не взял асбестовый лист. Асбестовый лист потом туда еще просуну. И будет хорошо. Поднимать не буду, невысоко буду, сантиметр, наверное, не знаю. Ну, вот так вот, наверное, подниму. Вот сколько тут? Раз, два, три, четыре. Четыре бруса. Там печка у нас получается высотой 80 сантиметров, что ли, топка сама. До бака я имею в виду. Вот на высоту самой топки я подниму, короче. И все. Ну, а потом надо будет там печку вытаскивать уже, но это, наверное, в следующий заезд только будет. Сейчас еще помимо печки тут делов много. Может быть, полы подготовлю, напилю, в размер уложу, лицевой стороной вниз положу, прибивать, прикручивать не буду, чтобы потом можно было перевернуть их просто и прикрутить уже. Так, ну все. Вложим дальше кирпич. Честно сказать, вообще не люблю с кирпичами возиться, с этой грязью, блин, вообще не мое это. Вчера съездили за песком, там песок, три мешочка привезли, вечером уже. Так что вот так вот. Белизна, не знаю. Вчера я намазал два раза. Здесь вот пятно было, ну, так скажу, маленько посветлее стало. Как бы. Но все равно не исчезает полностью. Попробую еще раз сегодня намажу. Посмотрим, какой эффект. На потолке тоже вот здесь вот. Чернота вон. Тоже мазал. Ну, посветлело, светлее стало, блин. Сколько раз промазывать надо будет, я не знаю. Или попробую, возьму этот распылитель просто и буду пшикать. Ну все, продолжаю ложить я кирпич. Так, ну закончил я кладку свою, сложил такую стеночку небольшую и тут поднял, не знаю, еще надо будет, наверное, поднимать, но там уже по печке, сейчас пол буду стелить, черновой делать, планирую дальше ее, высохнет потом, пройти щеткой и буду я, наверное, красить весь кирпич в какой-нибудь цвет такой, либо коричневый сделать можно, либо можно сделать белый такой пошерканный, чтобы стенка, вот эта стенка, которая здесь будет, выглядела вот так из кирпича. Вроде, блин, нифига не сделал, блин, целый день ушел на это, на все, пока кирпич, пока туда-сюда.
Короче, так. Говорю же, не люблю я с этим делом заниматься вообще. Складывать. Деревяшки мне ближе к душе. Тучи какие-то заходят там. Как-то так вот пока накидал. Сейчас проработаю его сразу. Весь пол. Антенна крайняя. Тут еще непонятно, докуда она будет обрезаться. Печка как встанет. Пусть будет длинной. Ну а тут примерно так она будет. Печка. Туда не стал выпиливать, пока потом выпилю и положу уже. По размеру как надо, потому что все равно пол придется разгонять маленько, щели делать, поэтому как-то так. Лицевой стороной вниз положу его, чтобы он там не топтать его, не затаптывать, потом перевернется просто и все. Маленько смету, да покрасить надо будет. Так, ну все, покрасил, не покрасил, пропитал пол весь,
на один раз. Пойду сейчас в баню топить, помыться надо. И потом, наверное, перед банькой еще приду, разок пропитаю. Ну и завтра, наверное, еще разок. Чтоб хорошо пропитались прям. Печку надо будет ставить. Не знаю, или полами дальше буду заниматься. Дилемма у меня, блин, печку вытащить. Ну, печку вытащил. Без бани родители останутся. Что я думаю. Наверное, полы я сгоню, подгоню. Эти длинные хотя бы. Кстати, что его всю длину. А может быть и нет. Не знаю пока. Завтра день покажет, что будет делаться. Вечер есть, подумать. Обсудить, как бы все решить, как ловчее. Торопиться не будем. Свет сделал себе сюда. Лампочку повешу. То как-то темновато становится. Так, все, пошел, короче, баню топить. Мыться, покушать еще надо. Дождик у нас идет вот на улице. Мелкий такой. Моросит. Думал вечером куда-нибудь съездить. Показать вам что-нибудь. Наверное, не поеду. Все, пока. До новых встреч.